себе счастья, ну, я думаю, много не надо. Вот как у меня маленькое хозяйство, природа, и живи с удовольствием. Пенсионер на даче. Ну, зовут Владимир Романович. Пчелок завел. Кроликов, курочки. Ну, так все, по хозяйству немножко и хлопочу. Ну, пчелки не ради обогащения, ради удовольствия, я считаю так. Люблю ухаживать за ними. Вот когда особенно период роения, вот раи ловить, пересаживать, это для меня большое удовольствие. Они же кусаются, страшно. Ну, бывает, но это даже полезно. Шестаки на сегодняшний день деревня небольшая. На 1 января 2017 года здесь зарегистрировано 14 жителей. Летом, конечно, она оживает, потому что приезжают дачники. Природа тут красивая, неплохо бы в Шестаках дачу иметь. И вот как раз-таки много могилевчан сюда приезжают летом. Ну, какой Моня. Моня его зовут. Что-то красиво. Дом наш очень старый. Это мои бабушки и дедушки дом. И когда еще бабушка была жива, всегда говорила, не оставляйте эту землю, она вас прокормит. 45 лет сюда езжу, в эту деревню. Так что что-то нашел здесь. Что же вы нашли? Природу. Ну что, жену нашел. Ну так, что еще? Это важно. Ну так. Во-вторых, мы уже на пенсии. И дома ничего, кроме телевизора, интересного нет. А здесь столько интересного. Здесь чистый воздух. Это не Могилев. Там загазованное все. А здесь чистенько. Сейчас мы находимся, можно сказать, на святом месте. Здесь посажены дубки каждому погибшему воину, которые не вернулись с войны. И вот эти камни мы притянули с нашей у нашей деревни. Мы нашли вот там за огородами. Они весят 7 тонн. Это один был камень, и его, он раскололся, и получилось 2 по 3,5 тонны. Ну и вот на этих камнях мы решили сделать памятные знаки нашим героям. Уже все, сейчас не повышиваешь особенно. Почему?
А работы на огороде много. Ох, и терпение надо, чтобы вышивать. Это просто надо любить. Поэтому я, когда вышиваю, я отдыхаю, успокаиваюсь. Вот. Чтобы восстановить историю нашей деревни, мы хотим восстановить деревню в фотографиях. Поэтому мы собираем фотографии. Такого, по-моему, нигде нету, чтобы восстанавливали деревню в фотографиях. Это вот наши учителя, видите, вот, и с детьми. Эти уже дети повыросли, и многих уже даже в живых нету. А вот свадьба, как раньше делали. Видите, вот это председатель сельского совета. Вот это мой брат двоюродный там в сельском совете работал. Так. Где же невеста? Не разберу. Вот невеста, а это подружки, а жених снимал. На лето тут все берут кроликов. У нас такие дачники, что они трудолюбивые, труженики. Не то, что приехали, там шашлыки сделали, поехали. Они на спиновины, спины вообще черные, а пузо белые. Хорошо. Я коренная Шостаковская. Нам давали как бы участок там под дачу, а была мама еще жива, она расплакалась, куда, зачем вам дача, а вот это потом будет что. И мы решили тут остаться. Не пожалели? Нет, не жалеем нисколько, потому что, ну, как бы свое родное все. Могилеве за зиму соскучишься, руки хочет работы, да? Вот приезжаешь, делаешь что-то, удовольствие получаешь, радость. А потом выходишь с настроением, все кругом цветет, благоухает, грядки там и там свое, все, что ни возьми, все свое вот тут. И душа радуется, и жить хочется. С бабушкой. Бабушка там полит клубнику. А ты, значит, на велосипеде учишься? Да. Чем тебе нравится деревня? Ну, деревня на улице целый день можно гулять, а в городе дома только. Родился я тут, как это, в белых росах. Тут я и концы отдам. Дело в том, что родился я еще до войны, в 1938 году. Ну, сами знаете, что такое оккупация. Оккупацию пережили. После оккупации школа, после школы колхоз. Самое главное в жизни, ну, как это Симонов сказал, все главное. А самое главное, нельзя никак его, никаким путем ты его не, нельзя осмыслить, что такое главное. Главное, вот сейчас у нас весна, посеять надо, главная работа. Придет уборка, тоже главная работа. Так что тут главного, ну, нельзя точно сказать. Что у вас за хозяйство, расскажите. Ну что, какой свиней помного держали, ну побили, вот осталось два. Теперь хочу мешать два купить. Иди, а я выгони. И он что, молодый. Я, ну, так полезете сами. Хотите. Тут тесновато. Давай, подержи. Юля! Войди кабана, поляди. Ну, дети, Юля, приезжают. Что тайца, внуки, правда, трое детей.
Один внук женился, другой внук женился, внучка в Минску. И все разделить Ивана. Это мясо им поважить по 6 килограмм усім. Сало берите сами, кажем, сколько хочете, а нам что останется. Вояк. Ну что, вон от тебя фотографируют, бачишь? Моя мужечка. Пошла. Мужечка спасается. У нас быт и все деревни, они на одну колодку построены, конечно. Но только что у нас трошку тут было больше населения. Вот и девушка стоит, это называлось китайский поселок. Ого, даже китайский. Китайский, тебя тоже и китайский. Вот представляете, вот от того конца и вон до того конца у нас было 80 с лишним детей. А что сейчас? Сейчас ты да я, да мы с тобой его остались у серединки и все. Ну, дети приезжают, это несомненно, конечно, ясное дело. Живем ради детей. И все. Дети хорошие приезжают. Ну вот и живем ради детей. Пока здоровье ее троху. А их не будет здоровья тогда уже. Как хочут. Вот. Я далеко выезжать не буду, я просто выехал туда. Ай, Ну что это такое? Это самодельный агрегат для обработки усадьбы. На этом я и работаю. И пошу на него. А фары горят? Конечно. Ух ты. А можете включить? Гореть? Гореть. Ну вот и все. Иван Павлович, это же какое должно быть образование у человека, чтобы он сам себе построил трактор? А при чем это образование? А что при чем? Ну, если в далекую вещь залезть, ну, конечно, вы можете знать, может, читали, не читали, как этот Ломоносов добивался своим путем. Он пешком с Архангельска ходил в Германию, чтобы учиться. А тут свое желание и своя необходимость. Желаю вам крепкого здоровья. Усяго-усяго хорошего и деткам, и вам. Работайте, как дуже. Муки не бачили такие, какую мы бачили в молодости. И вам здоровья. Вот так. Выживут. Где же им деваться? Выживут. Что правда, то не грех. Постепенно, но придет время, конечно, их не будет. Но это еще когда? Уже, как ты и сказал, нам не бачить.